Сегодня я одел куртку, потому что дубак. Он замерз. Да я что-то это приболел немножко. И сегодня вон, посмотрите, чистое небо вечером вышло. Вот если бы это было днем, то скорее всего днем была бы жара. Пойдем в избишку посмотрим. Да. Короче, Нестер сегодня весь день, считай, винду переустанавливал. И решил отказаться от десятки. Я решил на ватку идти. Ага. Ну, USB 2.0. Тебе сразу флешку возьми или что ты, картридер хочешь? Чего они цены не пишут? Мне вот интересно. У меня вот вроде такое, это Comtom вроде бы. Угу. Похоже. Планшетик какой-то древний. О, паяльная станция, смотри. Ну вот, видишь, семейный бизнес сидит. Папа с дочурой. И инженерят на улице прям. Копейки стоит. How much is 60 гигабайт USB? This? Yeah. Ну, у меня такая же. Куда мне? Ну, это все равно. How much? Люс. Напиши, напиши. Шестьдесят рублей. Тут дорого. Прайс. Very big price. This 60. Too much price. Нет? Не хочешь? Ну, не хочешь, как хочешь. Оп. Ой, смотри, какой красивый, новенький, видишь? Не, прям вообще блестящий, как будто только купили. Я бы себе купил, но как я его повезу даже в двух этих. Даже в двух чемоданах ты его не соберешь. Ага. Нет, разобрать-то я его не разберу, там надо 4. А, не, у нас 4 места-то. Слышь, 4-то мы запихнем. Ой. Вот, смотри, в принципе, здесь-то с ценами, да? А, 29 рублей какая-то хрень, мандаринки, да? Вот это манго дороже, 9,90. А, это эти, 6,58, а там в магазине 5,15 тысяч брал, да, наверное? Ага. Дороже. Ага. Бананы 45 рублей килограмм. О, рыбка, смотри. Карпики. Блин, не такие, как у нас. Хрена себе, слышь, свиньи. Смотри, какие свиньи. Просто. Брюшки. Брюши. А нам что? Не, это рыбки такие. Типа угрей маленьких. Ух, потрошка. А тут что-то вообще никого нет. Рис такой блестящий, как будто из пластика. Но это настоящий. Аптека. Хочешь попытать счастье? Нет. Не сегодня, да? Желаю. Автоматы, зарядки. О, игрушки даже продают, смотри. Такую фигню. О, велосипед.
Вон с той стороны что-то, вон туда. Накидки классные, да? Угу. А у нас засмеются, такое ехать будешь. Аккуратно. А, тут было же, да. Так и оставился на всех истории, да? Где? Вроде переступил. Надо оставить. Наступил и провалился по колено. Причем 45-й. Да, 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 да. Так они сразу найдут. Ох ты, еще и скользко. Ты смотри осторожно. О, вообще никого нет. Массажисты. Вроде что-то даже нет. Не хочу. Мне не нравится. Ну, вон там дофига. Но я не хочу. А ты куда хотел пойти? Туда по гамбургеру съесть. По гамбургеру мы съедим, мы опять голодные будем через полчаса. То у кого-то, блин, птичка поет. Не у кого-то, а он на дереве. Он. Он. Он, а, точно, точно. Фига себе, это нет. Какая-то цветная, я думал, попугай вообще. Фига громко, как в городе-то. О, видишь, готовится к вечеру. Мама, давай. Hello. Заходите. Добро пожаловать. Угу. Видишь, такие добродушные. А что я? Правильно. О, смотри, видишь, не заморачиваются. Я говорю, у нас как-то какие-то вещи такие, которые это... Тихо-тихо-тихо, едет. Комфорт дают, да? У нас могут... Смотри, здесь вот ты-то, блин, нифига у тебя зрение, я вообще не вижу. Мне присматриваться надо. Это потому, что ты слишком долго смотришь монитор. Нет. У меня два глаза похренака, мы. Я говорю... Вообще, в каком-то месте живой ты есть? Нет, уже. Нету? Нет. С каждым годом все хуже и хуже. Пойдем, там никого нету. Ну, я боюсь, что я не отвечу, что я жрать хочу. А тут вот непонятно, что. Я вообще не буду смотреть, что я хочу. Даже не смогу сказать, что я хочу. Картинки надо. Так остановилась, посмотрела, в шоке такая. Так, ну что, туда пойдем тогда, на нашу дорогу. Мандаринки прикольные, смотри, фигово туча разных видов. Они, видишь, они же разные по этому, по слащавости. Они есть кислые. Смотри, вон, с орехами что-то делает. Ага. И главное, заметь, все люди чистенькие. Пусть там как-то они криво ходят, криво смотрят, да, но они чистенькие. Он едет, смотри, какая техника. А сейчас, походу, что-то доделать будут. А, бетон, наверное, придет. О, ну-ка давай посмотрим, как происходит ремонт дорог в реальном времени. Заметь, дождя нету. Да, кстати, дождя, снега нету, поэтому что-то как-то они не по-русски делают. Сейчас жопу туда сдавать будет, прикинь. Сейчас, блядь, кого-нибудь снесет. А. Да нет, едет нормально. О! Лопата хорошая, смотри, специально, видишь? Профессиональная. Это тебе не стройбат, блин. Посмотри, они потом теркой все затирают. Бля, ты туда-то кидаешь, если с той стороны, блядь, пусто. Дебил. А, он, прикинь, пропустил, смотри, кого-то. Смотри, обязательно назвать. Киркой, понял? Вот это дорожная работа, смотри, стал старый, снял старое,
покрытие. А там вообще, смотри, там непонятно, тонкий слой. И замочек. А что? Вот такими вот китайскими грузовиками построены весь вот Китай. Вот современный, смотри, видишь, что все светодиодами тоже. Номеров нету. Я думал, это не номера, это надпись какого-то просто производителя. Надпись, это да. Не номера. Ну, скорее всего. Ну, обычный ледовский телек есть. Причем в каком-то хреновом, я не знаю, захудалом дворе. Орешки, грибы, семки. Семки. Ну, эти семки у них вот такие здоровые. Не. Не семки жрут, а такие здоровые. Не здесь. Цены, конечно, тут не ахти. Короче, как и везде, надо ходить смотреть. Просто так вот подойти, рот открыв, что-нибудь брать, смысла вообще нет. О, нифига себе, смотри, какой мотор. Дичайший. Мотор 90. Ну, точно. И ушел, слышь, а габариты у него работают. То есть они не заморачиваются. Оставил ключ зажигания. Приехал, включился, зарядился. О, не хочешь? Кого? Я понимаю, если бы ты знал, что это такое. Прижили всякое. Не знаю. Может устроить сегодня это кишкотряску, блин, остренького заказать. Я вот здесь не. А, это с собой. Ты видишь, они. Ага. Ты ж ходил тут, ты ж туда заходил. Ты ж туда заходил. А я что-то не узнал, прикинь. Все. Да я замечаю, что мы по одному тому же месту идем, ты уже забываешь. Вообще капец, просто этими стяжками перетянули и все. А я там что-то там клею, под лицо там, знаешь, затираю, потом крашу, чтобы блестело. Нахрен? С тяжками затянул и поехал. Кому эта красота нужна? Не, как-то мне говорят, подшипник что-то это мост компасирует. Вот они так же делают. Разобрали, почистили, смазали и дальше едет. Пока колесо не отвалится. Здесь гамбург 8 юаней. Так это, наверное, разогретый. Не, ой, это, как это, полуфабрикат. Может быть, цель, да. Они что-то эту фасоль живут постоянно, заметил? Ага. Я знаю, что заметил, что они и этот едят. А арахис не сухой. И вот это все это тоже не сухими. Что-то сыпят туда в кастрюльки и добавляют еще специи. Вот, тут типа вот таких кастрюлек стоит. И тут яйца варят. Фига лук. Беспонтовые телефоны. Я с таким хожу, нифига себе беспонтовый. 55 юаней что-то там. Нет. Чехол. Это да. Может они принимают по 55 юаней твой. Я вот тут вот брал апельсинки по 39 рублей. Иди взвесь. Не хочу. Нет. Иди взвесь, потом посмотрим, что ты весишь. У меня нету мелочи. Нет, там он сбоку кидаешь. Я купил дело, давай. Да ты что? 100. О. О, видишь, 70 килограмм. Ну, считай, почти 105, это камера тяжелая просто, видишь?
просто два дня не мылся. Грязь я просто. Но сегодня как-то поярче денек. А ты заметил, нам только на заводе сказали не снимать. Везде, где мы с камерой ходим. Да, кстати, интересно очень. Такое очень интересное наблюдение. Наблюдение интересное. Заходим то, везде. Всем говорили, что нигде не снимать, магазинов не снимать. Я, по-моему, в аптеку даже я захожу, смущаюсь, но с камерой. Как бы она ничего не обращает внимания. Ну единственное, чтобы там, конечно, полицейских не снимаем и не снимаем. Не, ну это логично. Ну нам никто ничего не запрещал. Мы чисто сами. Скажут, да, ну да, хотим снимать. Надписи нигде нет, не снимать нельзя. Мальчик испугался такой. Ну ладно. Вот этот симпотный, мне нравится вот это, как оно, хромированное или как-то, трубка защиты, штанга. Можешь, да? Штанга. Что это броня, чтобы никого не задеть? Нет, это когда бросишь его, да, корпус остается целый. Когда подай. 58 юаней массаж. А, нет, это грязью обливает. Хочешь, я с крабом сделаю? А там будет, ну здесь, как, не знаю, как в Таиланде. А, точнее, надо знаю, в Таиланде. Не знаю, как в Таиланде, не знаю, как здесь. Если ты камеру выключишь, я скажу. Нет, не надо. Я знаю, как догадываюсь, как. Смотри, какой красавчик. Ну разве это не автомобиль? Здоровый такой. Да, солнечная батарея. Купил новый автомобиль. Дима, чтобы тебе здесь покрыть тебя каким-то... Нет, да, я смотрю, так можно. Не-не-не, чтобы тебя покрыть каким-то зайти лосьоном, тут надо полстраны блин, выкачать этого лосьона. О, смотри, 1 юань, 10 рублей зубная щетка. У нас даже зубные щетки, блин, не стоят столько. Ну, так это говно. Даже палочки. Не, ну у нас приходишь, вот в магазе были, я не находил. Нет, зубных счетах по 10 рублей нет, я не знаю. Да вот такого плана, ты видел там ручка какая? Даже вот такого плана у по 10 рублей. Сам, там что-то в районе 70. От 50 до 70? Да, да, да. Я видел, продаются зубные щетки для собак. 392 рубля у нас. Зубные щетки для собак, прикинь. Вот электробатик. Знаешь, как он определяется? У него нет этого. Выхлопной бензобака. Бензобака и выхлопной. А ты посмотри, у него мотор-то, походу, это где-то там стоит и через редуктор или что? Коробка. Куда на нас-то едешь? Да, 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 я хотел. Все-таки хочу это. Да, да, да. Я себе хочу такую дудку, как у тебя, посмотреть. Ага. Ну только так, чтоб недорого. Мы же русские не обманываем друг друга. Дорого, да? И богато. Богато. Это надо было на рынке электроники смотреть. Да, да. Хочешь, я тебе сигару куплю? Да я курю сигары. Лыжную. Не, зачем? А тут ничего такого и нету. Ну, здесь, кстати, тепло. Тут надышали. Семь тысяч. 70 тысяч, ни хрена себе. Это что такое? Интересно, а у них кто-нибудь покупает? Так это же даже не серебро. Это серебро? Блин, это у них так что беспонтово, это бижутерия. Нифига себе цену на бижутерию. Причем у нас можно реально серебро купить. Но в этом плане, да, у нас можно найти дешевле гораздо. Стильно, модно, молодежно. Нет, что такое любит. 528 тысяч. Стильно. Типа живанши. Типа живанши. Дорого, 35 тысяч. Нужно.
5000 получается. Очень много. И, знаешь, такое чувство, как будто со второго этажа спустились сюда. Ага. Вот и такие вот окна. Ну, 45-го у них вряд ли будет. Качество совершенно другое, заметил? Нет. Ну, клей я вижу, мне уже не клей приятно. У всех, даже если ну, ты вот. Даже если ты оригинальный возьмешь, типа же наши. Блин, как они отвратительно сделаны. Какие стоят? Не написано. Мне так не нравится. Ты размера заметил, не пишет? Размер всегда должен быть на лейбле. Ты прикольно пишешь. Ну, душа вообще мягкая, мягкая. Ну, любой камешек все чувствуется. Да, понятно. А ты спроси, а напишите, сколько стоит? How much? How much cost? How much? No, have. No. 260? 260? Yeah. Недорого 2600, так сказать, такой курс. Ага. Но это не кожа. Это эко-кожа. Жесткий дермантин. Это эко-кожа. Да, право. 2600. Здорово, на самом деле. А вот не вижу я тех безрукавок, которые бы я хотел. А у тебя там что-то другое написано, кстати. Смотри, 79, видишь? Юань, это право. Или скидку делают. Марки пойдем или наверх пойдем? Не знаю, мы вообще есть пошли. А, ну пошли есть. А мы туда, кстати, не ходили? Так там этот магазин, помнишь, этот продуктовый? Нет, это не продуктовый. Продуктовый. Вон, там мы его видели сверху. Подожди, это касса. Ну ладно, пошли, там химия какая-то. Что за розочки? У тебя мужик длиннющий, а выше меня. Худющий такой. Денег у него, конечно, даже не так нихуя не думаю. 898 миллионов. Не всегда сюда. 790 миллионов. Да сколько получится? 10 тысяч у нас, да? Вон, интересно, а пончик вот такой сколько стоит, да? Прикольный материал. Пончо? Так у нас в России может купить. Да? Блин, у нас все можно купить. Если нельзя купить, можно заказать. Самое смешное, это заметь, блин, мы идем, реально смотрим, цены, это не айс, так скажем. Не то, что ты у страны-производителя покупаешь, как у завода напрямую. Нифига себе, не такие цены. Ты не их уже Нового года, видишь? Ага. Ну что, поэтому кебабу... Сегодня какой-то 12-12, может у них из-за этого что-то? Угу. Слушай, мы с тобой это приехали-то прикольно, но только ни хрена не понимаю, где именно эти распродажи проводятся. И видишь, в чем дело? Китай – страна интернета. Они заказывают все через интернет. Они не заморачиваются розницей. Они даже, говорит, одежду мы заказывают. Ну, говорит, одежду, конечно, они покупают в этом, то есть в магазинах. Но опять-таки, в каких магазинах? Потому что то, что я не вижу такого большого количества китайцев, которые покупали такое количество одежды и всего остального. Вот и куртка пригодилась. Выезжали в минус 30 чем-то, блин, я в куртке этой был. Ты был. Это она была на тебе. Потому что когда ты уезжал, ты тоже был как сусликом.
Вот девочки с завода. Они вот смотрят, видишь, читают, какие вывески там написаны и что на них написано. О, улицу открыли. О, смотрите, как тетя едет. Видите, куртку наоборот одела и все, чтоб не дуло. Так это нормальная ситуация. Вот этой улицы не было. Это нормальная ситуация, они всегда так ездят. Ну правильно, что? Че, пойдем по гамбургер? Ну пойдем. Ага, ну походу у каждого есть. Обычно. Ну сет какой-нибудь взять на двоих. Вот, типа вот этого мы брали. Нет? Вот такой мы брали вроде. Такой. Или рядом, рядом. Да, такой же. Давай, давай. Да. Это двойной сет, да? Да. Или один что-то гамбургер там. Раз, два. А, две картошки и три. Это лица. Ну вот он. Два гамбургера, какая-то хрень. И два этих спашки, ага. И картошка и три. Вот это что такое? Четыре штуки. Угу. А ты разнообразие не любишь? А? Разнообразие не любишь? Нет? Че, как мы разнообразное взяли? Мы вот это взяли? Я понимаю, блин. Вот смотри, какая штука прикольная. А... Давай я возьму, попробуем. Вот здесь. Она не знает. Короче, попробуем давай. Давай. Давай тогда попробуем вот это. Вот это попробуем. Вот это острое. Можно вот это еще взять? Да. Давай я возьму вот это вот и вот это. One or one. Я возьму уже взяла. Блин. Потом возьму. Блин, даже нету сумки, которая это. А, ну давай я сяду тоже. Не-не-не, мы эту, вот так. А, так я поставлю, я дам тебе еще. А, у тебя есть? Я взял с собой. Я думал, у тебя сумки нет. Ну все.